Всем привет, я сварила себе кофейку. Вот, сейчас выпью. Смотрю YouTube. Мужа сегодня вызвали на работу. Сегодня у нас первый день официально, когда рекомендуют нерабочую неделю. Пенсионеры сидят дома. А нам не рекомендуется выходить только по необходимости. С сегодняшнего дня официально. Вот. Россия, город Дзержинск, Нижегородская область у нас. Вот, сижу дома, но я уже сижу дома, наверное. Ну и так-то выходила в маске. Сижу дома вторую неделю, наверное, уже. Иммунитет у меня сниженный, поэтому я лишний раз не выхожу из дома. Только по крайней необходимости. В аптеку, например, или кошек покормить у подъезда, и все. Варила вчера кашу. Не знаю, видно или нет. Кашу варила у меня этот геркулесовая. Вот, 10-минутная. Сегодня покушала с медом. Все, кто завтракает, всем приятного аппетита. Сейчас у меня перекус, погорела чай с печеньками. Вот, поставила еще я в духовку рыбу. Сейчас вам покажу. Забыла показать вам. Вот, у меня камбала, завернула ее в фольгу, посолила специи для рыбы. Вот, и в фольгу на 180 градусов на 40 минут. Будем ждать. Вот такой вот у нас ужин. Запекли камбалу в духовке, в фольге. Стояла при 180 градусов 40 минут. И 10 минут я ее открыла, чтобы она немножечко подрумянилась. На гарнир булгур. У папы с кетчупом. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Хочу приготовить куриный супчик с вермишелью в мультиварке. Положила туда кусочек филе куриного. Можно его разрезать на такие полосочки, соломки. Вот, я положила целиком. Вот, потому что потом буду вынимать я кота кормить этим кусочком. 200 грамм картофеля, это где-то вот примерно 2-3 штучки всего. Луковицу одну, но у меня луковицы дома нету, поэтому без луковицы. 1,5 литра воды и 100 грамм вермишели, или домашней, или вот как у меня звездочек для супа. Варятся 4 минутки они. Сейчас я включаю на суп. Да. Да, все правильно. Тушение, выпечка, варка, супы. Суп окей. 0 часов окей. И 40 минут. Вот так. 40 минут суп. Пока у меня греется все. Я порежу соломкой картофель. Вот такой соломочкой порежу весь картофель. Порезала я весь картофель таким вот образом соломочкой. И немножко помельче порезала филе куриное. Можно прям совсем полосочками тоже, как картофель, порезать. Туда также мелко луковицу надо, где-то примерно мелкими кубиками. Но лука у меня не оказалось дома, в подвал не хочется идти. Вот, закрываю, режим у меня стоит, будем ждать. Здесь параллельно я варю каркасы кошкам на улицу. Вот. Будем ждать.
Так, помыла я всю посуду, перемыла. Сейчас будем убирать лишнюю картошину в какой-нибудь лоточек. Я ее так уберу. Водичку туда тоже вылью. Вот. Чтобы оно у меня меньше места занимало. И в холодильник. Вот. И сейчас помою посуду и уберу очистки. Если есть пенка, я ее снимаю. Также добавляю соль. И добавляю или карри, или куркуму. Вот я куркуму добавлю сегодня. Вермишельку пока не ложу, потому что она варится всего 4 минутки. Вот. Периодически собираю пенку. Высыпаю эти макарошки. Немножко я налила много воды, немножко много, у меня чуть-чуть бурлило, поэтому стенки такие желтые. 1,5 литра, не забывайте. Вот, все размешиваю и 5 минут сейчас будет еще вариться. Так, проверим картофель. Картофель готовый. Можно еще положить укропчик, петрушку. Посыпала еще сухой укропчик. Все перемешаю. Соль, специи я уже ложила. Все. Остался у меня только вермишелька. Вермишельки 100 грамм. Все, будем ждать. Сделаю сейчас я говяжьи котлетки на пару. Налила уже в мультиварке воды 1 литр. Понадобится мне где-то 400 грамм фарша говяжьего. Он у меня уже прокрученный с этой, как ее, с луковичкой. Я посолила, поперчила, добавляю одно яйцо. Яйцо помыла. И понадобится еще замоченная булочка. Булочку я замочила в воде, фарш. Добавили булочку отжатую, все хорошенечко перемешиваем. Сырыми руками формирую котлетку небольшую, вот так вот ее кругом, потом вот так приминаю и выкладываю в вставку-пароварку. И так формирую все котлетки. Здесь примерно 7-8 влезает. Вставку я поставила в мультиварку, закрываю. Ставлю на режим пар. На 30 минут. Удерживаю старт. 30 минут. Пар. Будем ждать. Вот такой супчик у меня получился. Мы уже почти все съели. Я забыла вам показать. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает, ужинает.